нашего мам. Как я же это что-то, мать мне это пойдем, пойдем сейчас мам. Мама, мне это что такое? Кошек кушал, белки. Ну, ты же там очень. Покажи ты, мама, пишу клю. Ты сама конечно. Ой, такую, только. Ничего, то сынок, это ты на меня и писал. Катерина, говори, так что и ты вызвал домой. Как я же это, ну, мы же знать ее. Только какие же проблемы. Она все так, так, сипу, так, что любим мать. Ты знаешь, мама, блин, тут я на когда лети. Знаешь, как какая-то киш. Мама, нет, сынула, тоже любит, а чай ключит. Почему пацан мама кишит? Мама кишу любит, мама уже помнит. Что, мать, сынок, сынок? Что, скажи, слышь, а? Киша, три работает, сынок. Хорошо, да? Скажи привет, сынок. Что ты сказал? А, Киша? Не потеряй. Она тебе Киша. А вам работает, давай, да, Кишу, давай. Пошли спать. Ура. Мама золотой, дома твой любимый сынок. Алло, пупси, как дела? И моя Кеша, смотри. Сынок, мальчика Кеша, ты? А, сынок, что она? Так, тебе, да? Так, Кеша красавчика, моя любимая, да? Красавчик, ты же, как так много делаешь ты?